Эпидемичная ситуация по захворыванию на грипп и острые респираторные захворывания на Гомельщине начала поляпшаться. На минулом тыдне колькость захворелых снизилась на 11%. В абсолютных лишбах это около 20 тысяч человек. В целом на минулом тыдне уменьшение колькости людей, которые звернулись за допомогой медицинские установы, означалось у 16 районах в области. Невеликий рост покуль зафиксованы только у Ельским, Мазырским, Калинковицким, Хонницким и Петриковским районах. Что тычется эпидемичного порога, то в этом году он не был перевышены ни у одним из районов. Сярод тех, кому поставлены диагноз острой респираторной инфекции и грипп, 65% дети. Згодно с прогнозом специалистов Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья, в ближайшие дни можно ожидать дальнейшего снижения уровня захворывания. Может быть, это снижение не будет таким резким, оно будет плавным. Где-то может быть снижение по 3-4 тысячи за неделю.